проводит человек, если супер конкретно, и он будет не фома. И тут я вспомнил, ведь фома — это только прозвище, обозначающее близнец, а родилась фома позже и мудрый. Вот почему он сходится в списке апостолов. Ведь среди апостолов почти все были братьями. Андрей и Петр, Филипп и Варфоломич, Фадим и Яков Алфеев, Иоанн и Яков были вообще родными братьями-спасителями, их матери были сестрами. Вот почему Симон по прозвищу Петр все время назывался первым, и никого больше не называют вторым, третьим, четвертым. Первым обычно выделяют одного из братьев. Из-за внешней схожести авторы любом деле путают их. Одного того же называют то по имени, то по прозвищу. Нелегко среди них было найти Христа.